Карантин, швидке розповсюдження ковід та невизначеність осінньо-зимового періоду. З такими проблемами, з якими ми сьогодні зіштовхнулися і з якими зіштовхуємося кожного дня, це такі небезпечні хвороби, про які хотілося би взагалі не згадувати, але вони нас наздоганяють. Як же впоратись і найголовніше, як захиститись від них, саме з цим питанням звертаємось до нашої наступної гості. Це Ірина Липчак, головна лікарка лікувально-діагностичного центру. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Ірино. І теж така проблема, яка зараз на слуху, це те питання, яке турбує усіх мешканців і країни, і взагалі світу, це ковід, і як же від нього захиститись. Так, це на сьогодні питання номер один. З приводу цієї проблеми, от люди зараз можуть застудитись, може підвищитись, наприклад, температура, і одразу паніка. Люди намагаються піти до лікаря, не приймають жарознижуючих препаратів, бо бояться і не знають, що робити. Який є висновок і чи зараз лікарі рекомендують все ж себе якимось чином захищати? Як це зробити краще і що робити, якщо у вас перші симптоми? Добрий день. Да, дійсно, зараз проблема коронавируса на слуху у всех, везде. Сейчас, наверное, начиная от ребенка в детском садике, да и заканчивая человеком преклонного возраста, все только слышат и говорят о коронавирусной инфекции. Да, действительно, на сегодняшний день это большая проблема. О том, как защитить себя от этой инфекции, ну, уже говорено очень много. К сожалению, люди просто не всегда прислушиваются к этому, не всегда выполняют те рекомендации, которые дают врачи, дают специалисты. Прежде всего, это, конечно, профилактика заболевания этого. Что относится к профилактике? Это, мы все слышим, да, это масочный режим, это соблюдение дистанции, это тщательная обработка рук. Ну, в принципе, руки всегда... Ну, все это роблять. Все ну, это, ну, скажем, ну, что да. Большинство, так, людей дотримуются и все это роблять. Але ж, коли є нежить, наприклад, коли температура тіла там 37-38, то вже виникає паніка. І ось тут може бути просто звичайне захворювання, звичайне ГРВІ, так? А може бути щось страшніше і складніше. Як це розрізнити? Чи одразу йти до лікаря? Які можуть бути рекомендації зараз? Ну, однозначно панікувати не стоїть. Паниковать не стоит ни в коем случае, потому что ну, с первого дня различить, это коронавирусная инфекция, либо это просто банальная РВИ, но это практически невозможно. Однозначно не нужно заниматься самолечением. То есть сидеть до последнего, то есть не нужно быть, не нужно, должны быть крайности, то есть не нужно, ну, скажем так, вообще не заниматься лечением, ждать, пока совсем станет плохо, не обращаться ни к врачам, никуда, сидеть дома, там, пить какие-то таблетки. У нас люди очень любят заниматься самолечением, с первых дней буквально там антибиотики начинают принимать, которые категорически противопоказаны при вирусной инфекции. Либо же с первого дня, когда только небольшое повышение температуры, бегут к врачу и требуют, давайте срочно меня обследуйте. Однозначно, все должно быть в меру и должно быть рациональным. Конечно же, обращаться к врачу нужно однозначно. Не нужно говорить, что у меня... Ну, сейчас все слышат, да, что основным симптомом это потеря нюха, теряется, не воспринимаются запахи. Но это не всегда бывает признаком коронавирусной инфекции. Любой насморк может вызвать к потере нюха. Аллергия может быть. Аллергия, теж. Аллергия однозначно. Да. Любые воспалительные процессы в носоглотке, они могут к этому привести. И поэтому ставить самому себе диагноз, именно коронавирус, либо не коронавирус, это так нельзя, такое это не принимается. Поэтому в любом случае обращаться к врачу надо. И уже врач, тогда уже оценивая клинику, оценивая контакт, возможно, и вашего, оценивая общее состояние, он тогда назначит, необходимо сдавать на коронавирусную инфекцию, либо нет, и какое лечение в дальнейшем назначить. И в дальнейшем будет его наблюдать, потому что коронавирус тоже начинается не с пневмонии, да, может быть, начаться с банальной какой-то простуды, и затем перейти в пневмонию, которую сам пациент иногда может даже не различить, есть у него эти воспаления легких, либо нет. Это может сделать только врач. Поэтому однозначно нужно к врачу обращаться. В плане профилактики, еще раз, самолечением не нужно заниматься, не нужно самому себе назначать лечение. Профилактика – это
здоровый образ жизни. Как ни банально, но так оно есть. Это побольше пребывать на свежем воздухе. Это здоровое питание, то есть побольше белковой пищи, фрукты, овощи. Сейчас, благо, такой период, когда много этого всего есть. Это здоровый сон, который ведь нас, да, очень часто в связи с ритмом жизни мы не досыпаем, просто банальное досыпание. Это все приводит к снижению иммунитета. Поэтому такие элементарные вещи, они помогут защититься не только от коронавирусной инфекции, но и от любых других инфекций, которые, особенно в осенний период, очень возможны. С приводу таких инфекційних захворювань, які страшні на сьогоднішній день, вони дуже небезпечні. А от які з них, на думку лікарів, найнебезпечніші? Да, вот в последнее время даже коронавирусную инфекцию ее отнесли к социально опасным заболеваниям. То есть что это заболевание? Это те заболевания, которые несут угрозу жизни и здоровью человека, которые не только несут угрозу жизни и здоровью человека, но и наносят колоссальный ущерб всему обществу, который связан с потерей трудоспособности населения. Это колоссальные инвестиции, которые направлены на профилактику, на лечение, на реабилитацию людей с такими инфекциями. В частности, кроме как коронавируса, к таким инфекциям относятся это вирусные гепатиты, Б и С, это ВИЧ-инфекция, это туберкулез. Это те инфекции, которые несут колоссальные затраты государства во всем мире на борьбу с этими инфекциями. А скільки в Україні, якщо вже ми зараз повернемось до статистики, щоб можна було оперувати даними, скільки людей страждають, ось, наприклад, на вірусний гепатит? Так? Давайте з нього і почнемо. Ну, давайте почнемо з вірусних гепатитів. Взагалі, вірусні гепатити, їх є, ну, коли людина спрашує, знаєш ли о вірусному гепатиті? Всі кажуть, да, це желтуха, це Боткіна. Ну, це не так, це далеко не так, тому що Боткіна – це взагалі как бы, гепатит А, який передається як кишечний інфекція. Наибольшую опасность представляют гепатиты Б и С. Вообще существует много видов гепатитов А, Б, С, Д, Е, но наибольшую социальную, скажем так, значимость играют гепатиты Б и С. Чем они опасны? Тем, что очень большой процент осложнений после этих гепатитов, хронизации. И тем, что очень они распространены, и люди не всегда могут распознать, они не всегда обращаются к врачам, они не всегда проводят диагностику, хотя подвержены этим заболеваниям очень многие. Нельзя говорить, что там какие-то кто-то подвержен, меня это не коснется. Нет, это абсолютно не так. Но это гепатит Б. Прежде всего нужно понимать пути передачи, да, этих инфекций, гепатита Б и С. Это прежде всего это парентеральный, то есть связанный с кровью, это половой путь. И вертикальный, то есть когда женщина беременная, больная гепатитом, она может эту инфекцию передать своему ребенку. Соответственно, люди, которые восприимчивы к этим инфекциям, могут быть до 90%, это люди, которые получают препараты крови. Если сейчас, когда переливание крови, то кровь, прежде всего, она попадает в карантин, она тщательно обследуется и переливается... В принципе, здоровая кровь. То раньше, даже до 2000 года, такие обследования не проводились. И, кстати, вот даже советуют людям, которые до 2000 года получали переливание крови, обследоваться на гепатиты, потому что все могло быть, а хронические гепатиты, они не всегда проявляются. Хотя, конечно, прошло много времени, но, тем не менее, провериться никогда не мешает. Это люди, которые, ну, конечно, инъекционные наркоманы. Это группа риска огромная, которая не только гепатиты, да, это и ВИЧи, и остальные инфекции, которые передаются с кровью. Но есть и группа людей, которые, ну, как бы мы все этому подвержены. Это посещение маникюр. Тобто можуть випадково, тобто не абсолютно, так, абсолютно, просто якби, отримати будь-яку інфекцію, і навіть небезпечну можна отримати ось так, коли ти не очікуєш. Що... Абсолютно. Смотрите, гепатит Б, він настільки, це вважається самою заразною вірусною інфекцією. Його, він навіть намного заразніше, ніж ВІЧ і гепатит С. Його інфіцируюча доза, це там 100-тисячна мілілітра крові. Навіть он сохраняется даже в высохшей крови. Если там на инструменте, на шприце кровь даже сохранилась, но она не видна. Это, если, допустим, для СПИДа это хотя бы капелька, она как бы видима, чтобы заразиться. При гепатите Б это вообще не видно. И она даже в сухом виде может сохраняться до недели. И
если мастер не тщательно обрабатывает инструментарий, и там микрочастицы крови, которые остались, ну, риск заразиться очень большой. Восприимчивость к гепатиту Б где-то 50-90% составляет. Пані Ірино, а відомо, от скільки, який відсоток людей постраждав саме так, от випадково? Ну, випадково очень тяжело, иногда очень тяжело проследить, откуда именно прошло. Люди можуть навіть і не пам'ятати, конечно, і взагалі конечно. Можуть не знати, що конечно. Тут могло так бути. Тобто, конечно, да. В салон і пройшов час, а люди вже через декілька років звертаються вже з проблемами хронічними, і, звичайно, дуже важко прослідкувати. Совершенно верно. Именно хронизация этих гепатитов, она представляет самую большую опасность. Если гепатит Б, он ну, где-то до 5% переходит в хроническую форму, а хроническая форма, свою очередь, часто переходит в цирроз печени, либо гепатоцеллярную карциному, то есть рак печени, грубо говоря, то гепатиты С, они очень часто, даже острые гепатиты С, протекают очень в скрытой форме. Да, пациент может даже не знать, что он болеет, он не протекает без желтухи, без выраженных симптомов. Но процент хронизации доходит до 50% после перенесенного гепатита С. И опять-таки хронизация. Еще гепатит С часто называют ласковый убийца. То есть человек не подозревает о том, что он был инфицирован, то, что он инфицирован сейчас, и о том, что идет процесс его печени, который приводит к хронизации, и, соответственно, опять-таки, к циррозу печени и к раку печени. Пані Ірино, а от коли треба бити вже на сполох, чи видно це якимось чином? Ну, от ви сказали, що так, насправді це дуже непомітно, але ж людина, можливо, погано себе почуває, хоча б щось повинно її збентежити, і якщо вона один раз на рік не проходить повну діагностику свого організму, то хоч щось повинно її змусити сходити до лікаря. Ну, звісно, це бувають якісь дисфункції в правому підреберрі, да, от щось тягне, щось болить, можливо, зниження апетиту, можливо, потеря веса. Ну, елементарно, все одно, як би не було, але елементарно потрібно почати з діагностики. То есть, даже один раз на рік, так? Якщо ми пройдемо хоча б ось ту діагностику, яка повинна бути. Как мінімум один раз, да, один раз в году. Но если у вас вдруг какие-то случаи, что действительно где-то, часто бывает, укололся шприцом, да, где-то там нашли шприцы, люди сразу бегут обследоваться на ВИЧ. Но не только ВИЧ опасен в этом случае. Как я сказала, очень опасны гепатиты. Поэтому если уж произошла такая авария, как называется, медработники часто подвержены этой опасности, необходимо обязательно обследоваться. Как минимум для начала нужно сдать печёночные пробы. То есть есть вот в лабораториях, вот в инвитро есть комплексные анализы, которые непосредственно направлены, которые ценят функцию печени. Mm-hmm. Если же если вы провели оценку функции печени, увидели какие-то отклонения, обязательно нужно обследоваться на вирусные гепатиты. Загальный анализ крови, він може показати, чи там можна Нет, нічого не в общем, анализ крові – це більш специфічний тест, це біохімічні тести, які показують функціональні… Тобто, навіть якщо людина проходить один раз на рік діагностику усього свого організму, так, то вона може не помітити таких серйозних захворювань? Да, конечно, бывают и компенсированные ситуации. То есть хронический гепатит, тоже С, он развивается не с первых дней от момента заражения, он развивается где-то через полгода уже. И поэтому, прежде всего, для того, чтобы диагностировать себя, а диагностика – это залог своевременного лечения и выздоровления, так сказать, необходимо, прежде всего, обследоваться именно прицельно на гепатиты, на вирусные гепатиты. Для гепатита Б это, прежде всего, нужно сдать HBS-антиген, для гепатита С, то есть, ну, анализов существует очень много. Да? Вот у нас в лаборатории существует около 7 видов анализов на гепатит С. Это не значит, что нужно бежать и сразу все 7 анализов сдавать. Нужно сдать скрининговый, скажем так, анализ, который это антитела к гепатиту С, который показывает, был контакт у вас с гепатитом, не был. Если же обнаружится положительный, тогда уже необходимо дальше все анализы. Это уже врач порекомендует, какие анализы дальше нужно сдавать. Ну, я думаю, что лікар все одно, він хотя бы какие-то скарги людини зрозуміє и, звичайно ж, направить. Если людина
повністю здорова і нормально себе почуває, в неї загальний аналіз крові нормальний, то, можливо, їй і не треба цього робити. Так? Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, бо зараз після цієї інформації якось хочеться побігти і зробити усі аналізи і тести, щоб дізнатися, чи все добре. Раніше говорили, нужно хотя бы раз в жизни здать анализы. Но раз в жизни, оно, к сожалению, далеко не эффективно будет, поэтому, конечно, желательно... Краще сдавать, вот вы так вважаете, да? Однозначно, потому что предупредить – это 90% успеха дальнейшего лечения. И жить спокойно, да, так? Ага. Да, с приводу інших таких захворювань серьезных, про які ви сказали, ну, дуже коротко, тому що часу не так багато, це туберкульоз. І, звісно ж, така проблема, вона в Україні теж одна із перших, одна з таких серйозних головних, на яку потрібно звертати увагу і пам'ятати, що це теж є і треба бути обережними. В яких випадках люди повинні почуватись добре, я маю на увазі, що коли можна не боятися, а в яких випадках все ж треба звернутися і до лікаря, і взагалі себе якимось чином підготувати до того, що може бути якась у вас проблема. Туберкульоз – це одна із теж огромних проблем в нашій країні. Каждый год умирает у нас около 4 тысяч людей с больным туберкулезом. До речи, майже 30 тысяч зараз на обліку в Украине. Да, тобто, да, така цифра не маленька, це серйозна цифра. Да, серйозна цифра. И при том, как говорят специалисты Всемирной организации здравоохранения, что далеко не полная цифра. То есть далеко не все люди у нас обследованы. И это где-то 20% только знают это. То есть заболевание с туберкулезом намного выше, чем есть статистика. Чем опасен туберкулез? Ну, как говорят, туберкулезом заразиться может каждый. Если раньше считалось, что да, в основном, конечно, это заболевание, которое сопровождало бедность, это всегда все время было, то есть плохое питание, сопутствующие заболевания, они, конечно, усложняют это все. Но еще раз, туберкулезом заболеть может каждый. Мы общаемся с людьми, которые, и мы не знаем при этом, является он бактериевыделителем или нет. Тим більше зараз така ситуація, коли от після реформи розформували багато різних центрів, ми знаємо, що з туберкульозом люди можуть ходити у відкритому виді. Звісно, опасні в основному це туберкульози, які йдуть з бактеріовиділенням. Тобто туберкульоз легких, який при кашлі. Кстати, мікобактерія туберкульозу теж доволі устойчива в внешній середі. І навіть якщо людина, больна туберкульозом з активною формою, вийшла з поміщення, то ще в течение пару часов в цьому поміщенні тоже находиться опасно, можно заразиться. При попадании микобактерий туберкулеза в организм человека возможно, скажем так, три пути. Первое – это когда бактерия полностью уходит из организма. Второе – это когда развивается активный процесс, активный туберкулез. И третье – это когда переходит в так называемую латентную стадию, когда микобактерия в организме живет, грубо говоря, да, персистирует, но она не вызывает никаких заболеваний. Но при каких-то ослаблениях иммунитета человека, при сопутствующих заболеваниях, особенно ВИЧ, конечно, это, они настолько взаимосвязаны, ВИЧ, туберкулез, это основная причина смертности от ВИЧа, это туберкулез именно. При ослаблении иммунитета эта латентная форма может перейти в активную. При этом латентная форма, она не проявляется практически никак. Человек, он чувствует себя абсолютно здоровым, у него нет никаких проявлений, но микобактерия у него в организме живет. Поэтому самое главное – это своевременная, конечно, диагностика. Активная форма – это кашель, да, снижение температуры, снижение массы тела, температура. Обратиться к врачу, пройти флюорографию, пройти необходимые исследования. Если же это латентная форма, также необходимо обследоваться. Для этого есть ряд тестов, даже та же проба Мантуда, которую мы все слышали об этом, которую можно мочить. Да. Нам же было и завжди, конечно, конечно. Она показывает именно эту латентную форму. Есть еще ряд исследований, которые проводятся, это определение антител к микобактериям туберкулеза, которые также могут показать, что в организме есть эта бактерия, на которую выработался иммунитет, антитела, которые будут с этим с бактерией. Поэтому обследование на эти тесты, скажем так, они помогают врачу в дальнейшем лечить пациента, ставить ему диагнозы и побороти ту інфекцію. Ось, побороти. Тут справді хочеться наголосити, що якщо у вас є проблема невеличка чи велика, чи будь-яка,
то втрачати надію ні в якому разі не можна. Абсолютно. Треба йти вперед і треба керуватися будь-якими засобами. І запитувати у лікаря, і знаходити в собі сили, і підтримувати своїх родичів та близьких, щоб впоратись і насправді покращити якість свого життя. Ну, це найперше. І нужно помнить, що многие эти інфекції, вони дійсно излечимы. І туберкульоз излечим, і гепатит С в 95% случаев при своевременном начале диагностики он излечим. Поэтому нельзя сразу впадать в панику, расстраиваться, бросать все, в депрессию впадать. Нужно просто своевременно обследоваться, своевременно начать лечение, и тогда это 90% успеха дальнейшего выздоровления человека. Хочется всем побажати здоровья. Я вам дуже дякую, пані Ірино, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Встигли ми багато про що поговорити, і звичайно, кожен з нас, розуміючи ось таку ситуацію, повинен все зробити для того, щоб залишитись здоровим. Треба вчасно мити руки, треба знати, з ким ми контактуємо, і треба розуміти, що небезпека вона є, але не вдаваючись в паніку, не вдаваючись в якісь там розлади, я маю на увазі, що нервові розлади, так? Треба йти вперед, гарний настрій мати, ну і все ж буде добре, так? Будемо всі здорові. Дякую дуже вам, приходьте до нас ще, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.